Культурные перспективы. Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по количеству заявок на гранты президентского фонда культурных инициатив. На реализацию проектов получат более 230 миллионов рублей. Что предлагают авторы, знает Юлия Алиханова. Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский фонд культурных инициатив. После подписания президентского указа 168 новосибирцев выиграли грантовый конкурс. Среди самых масштабных проектов – Транссибирский арт-фестиваль, фестиваль музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада», проект по созданию фильма «Суворовец 1944» и другие. Наш регион, я бы сказал, находится очень на хорошем месте. В Сибирском федеральном округе мы занимаем первое место по количеству подданных заявок в фонд культурных инициатив. Это по Сибирскому федеральному округу. А по России мы занимаем 7-е место. На встрече, посвященной 3-летию основания фонда, грантополучатели, авторы творческих проектов делятся опытом с теми, кто только планирует подавать заявки на конкурс. Гастрономическое впечатление является одной, ну, пожалуй, может быть, даже самой значимой составляющей туристического продукта. С помощью поддержки фонда культурных инициатив нами были проведены конкурсы рецептов. Мы собирали рецепты в сельских районах, в деревнях, те рецепты, которыми хозяйки угощают самых дорогих гостей. Из нашего региона в конкурсах попытали удачу больше 1000 человек, и только каждый 10-й проект был одобрен. Основная причина отказа – неправильно оформленная заявка. Проконсультировать, доработать идею и верно заполнить документы грантополучателям помогает проектный офис. Наша задача – это повышать количество подаваемых заявок и, конечно же, повышать их качество, чтобы в регион поступали деньги, да, люди могли реализовать свою мечту. Ну а для региона, для культуры это тоже очень важно, поскольку благодаря фонду меняется в лучшую сторону культурный ландшафт региона. В офисе регулярно проводят вебинары и деловые игры. Нередко именно на встречах у участников появляются креативные идеи для собственных проектов. Юлия Алиханова, Евгений Агеев, Новости ОТС.